Сегодня она уже готова принимать детей. Новое оборудование. Вы знаете, мы зашли, такое ощущение, что не в больницу, да, так ее нужно называть на сегодняшний день, а в детский сад, где почти пахнет клубникой, где все очень аккуратненько, все очень весело. Я думаю, что детишки, проживающие в Химках, проживающие в микрорайоне Новой Химки, будут с удовольствием сюда ходить и не бояться, что им будут лечить здесь зубы. А в зубах будущее ребенка, поэтому очень важно, чтобы детки сюда ходили постоянно, проверялись. И наши врачи, наши специалисты качественно лечили им зубы. Не первый проект, просто десятилетия строят школы, детские сады, больницы, 36 храмов. И отдельное спасибо Владимиру Витальевичу, главе Химок, потому что мы вошли в этот объект на юбилейном проспекте в 2012 году. Менялось предназначение, были неопределенные годы. С приходом Владимира Витальевича он четко сказал, однозначно, только детская стоматологическая поликлиника. Говорит, смотри, чтобы все было в срок и качестве. И такая радость эту работу выполнить, потому что я считаю, многие наши граждане, что две самые главные специальности на земле – это учителя и врачи. Когда здесь столько детского смеха, когда тут будет обслуживаться тысячи деток в месяц, в этом и есть счастье, это сила дает жить. Во имя чего? Это отделение, детское отделение Химкинской центральной стоматологической поликлиники. Работают здесь детские стоматологи, которые перешли из малого помещения на улице 8 марта. Это комфортное, очень хорошо оборудованное современными радиовизиографическими исследованиями и, естественно, профессиональными врачами. Такой аппаратурой, которую нас обеспечили, наверное, мало какое детское отделение может гордиться. У нас есть и диагностические аппараты для кариеса, что можно встретить только в частных клиниках. У нас есть радиовизиограф, когда делается снимок и подается сразу же на рабочие места доктору, что очень удобно. Также здесь у нас в отделении находится ортодонт, врач-ортодонт, который исправляет прикус детишкам. И основные виды деятельности по ортодонтии тоже бесплатные, кроме таких, как брекеты, то есть кроме эстетических. Далее здесь же находится лаборатория, которая здесь же на нашей территории будет изготавливать детишкам эти необходимые протезы. Самое главное, чем мы можем гордиться, это то, что мы открыли кабинет гигиениста стоматологического. Мы отлицензировали такой вид деятельности, как профилактическая стоматология. Теперь у нас есть зубной гигиенист, который будет обучать детишек правильно чистить зубки, будет проводить профилактические мероприятия, герметизацию фиссур. И самое важное, что я считаю, одной из самых важных наших задач – это просвещение. Специально есть телевизор, где будем показывать детишкам образовательные мультфильмы, а также каждый доктор будет иметь определенные дни, которые он будет проводить в школе именно по программе. Очень нравится. По-моему, для детей самое замечательное. Обычно приходишь в поликлинику, все ориентировано на взрослого. А здесь прелесть в том, что ориентировано на ребенка. Где он может, можно не боясь его позвать, что пойдем поиграем, будет весело, будет праздник. И рыбок посмотришь. То есть уже можно, ребенок не боится врача, он уже приходит положительно настроенный. Живу в Химках уже довольно долгое время, и было нелегко ездить в другую поликлинику далеко, с ребенком маленьким особенно, вот, или в частную обращаться, не всегда есть возможность. А здесь близко к дому, так замечательная просто обстановка, замечательные врачи, конечно, это очень большое спасибо. Действительно, это большой подарок, огромное всем спасибо. Эта клиника очень светлая, кабинеты очень красивые, яркие, оформлены очень красиво. Я вот как детский доктор-стоматолог, будет очень приятно принимать в этих кабинетах детишек. Мне кажется, и дети будут рады таким большим, красивым, ярким кабинетам, потому что дети, они все любят такое яркое и светлое. Медицинское оснащение очень хорошее. Есть новейшие оборудования стоматологические. То есть все, что нужно для работы, для врача-стоматолога, все имеется в кабинете.